за счет чего вывешиваете полотно на стену. Еще раз показываю и рассказываю. Вот мои работы, я их делал на гипсокартоне, это у меня 12-миллиметровый гипсокартон, но здесь у меня ничего пока нет. Что я делаю? Я беру фанеру, такую 4-миллиметровую, 5-миллиметровую, и на ПВА-клей клею. Вот таким вот образом. Я вам пример сейчас покажу. Одно из панно. Вот панно размером, да, точно не знаю, сколько чем. Но вот здесь я взял такие полоски, сделал для того, чтобы она была пошире. И приклеил фанеру на ПВА-клей. Ее можно приклеить, в принципе, и после работы. У меня по-разному так, когда-то после работы, когда-то я заранее делаю все это. И плюс, дополнительно ее закручиваю на саморезы. С этой стороны на саморезы. Таким образом, чтобы она у нас плотно прилегла. И там часа два, и все, она намертво высыхает. И я откручиваю, убираю эти саморезы тоже. И все, они здесь не нужны. И все, потом я сюда. Крючки. И можно вешать. Крючки вот такие. Пример тоже, вот видите? Толщина у нас гипсокартона сантиметр. Это у нас 5-миллиметровая, еще здесь пару миллиметров, и как раз вот эти крючки, в принципе, они все и выдержат. Будут ли они держать? Я не знаю, эти салочки выдержат или нет, но вот в том, что держится. Вот в том, что держится, все это очень даже удобно. Все, работает.